Российские атомщики, в том числе южноуральские, сейчас работают над созданием безопасных технологий, чтобы подобные аварии не повторялись. Ядерная энергия будущего не только безопасная, но и экологически чистая. В Белоруссии после перехода на нее выбросы в атмосферу сократятся на 10 миллионов тонн. Подробности в рубрике «Новости Росатома». Ржаные и пшеничные, кукурузные и свекольные. Поля подступают вплотную и к строительной площадке Белорусской АЭС. И это вовсе не временные посадки. После ввода атомной станции в эксплуатацию здесь продолжат выращивать различные сельскохозяйственные культуры. Во-первых, потому что экспорт зерна и овощей ежегодно приносит в казну страны 5 миллиардов долларов. А во-вторых, эксперты МАГАТЭ уже неоднократно проверили и убедились, что энергоблоки поколения 3+, разработанные специалистами госкорпорации «Росатом», абсолютно безопасны. Сегодня на Белорусской АЭС полным ходом идет самый сложный этап строительства – тепломонтажные и электромонтажные работы в уже возведенных машинном зале и реакторном отделении первого энергоблока. Соблюдение сроков обеспечивается круглосуточной работой 8 тысяч специалистов из 36 подрядных организаций России и Белоруссии. И именно сейчас еще можно увидеть, что же представляет из себя броневая капсула самого надежного в мире реакторного блока. Она состоит из двух основных элементов. Это внутренняя защитная оболочка и наружная. Причем внутренняя, изнутри еще и металлическая, и будет обеспечена 100% надежность как от внешнего воздействия, так и от возможного воздействия изнутри оболочки. Первый энергоблок Белорусской АЭС должны ввести в эксплуатацию в 2019 году. Еще через год заработает второй. От введения новых мощностей ожидается мощный экологический эффект. В планах преобразовать энергосистему страны, частично заменив выработку энергии с помощью углеводородов на чистую атомную энергию. Это позволит избежать выбросов в атмосферу 10 миллионов тонн вредных веществ. Прогнозируется и подъем экономики в регионе. Атомная энергетика – это совершенно новый уровень развития страны, требующих высоких интеллектуальных кадров, технологий. На нее будет завязано очень много промышленности. Развитие экономики и забота об экологии мотивируют и другие страны, в которых «Росатом» уже строит или только планирует возведение атомных станций. На сегодняшний день российский мирный атом доминирует в мире, предлагая надежные технологические решения, опробованные на собственном опыте и гарантирующие абсолютную безопасность атомной энергии.